Здесь, как говорится, и старым лад найдет, чем себя занять. Большая детская площадка с качелями, каруселями и горками примыкает к зоне со спортивными тренажерами и воркаут-элементами. Такую территорию отдыха по просьбам жителей организовали на улице Лесной в городе Видное. Жители выступили с инициативой в том году, потому что площадка уже больше 10 лет не менялась. Она здесь была такая совсем старенькая. Вот. И их все пожелания были учтены, особенно одно из пожеланий – это оставить вот большую елку, когда зимой они будут ее наряжать и водить хороводы. Детская площадка рассчитана на детей разных возрастов. Здесь будет интересно как малышам, так и ребятам постарше. Согласовывал с жителями, они выбирали, какие элементы они хотят увидеть. И, в принципе, то, что они просили, то и было реализовано. В частности, это для маленьких деток просили сделать песочницу. Ее отнесли немножко от дороги, поменяли немножко план, чтобы она раньше по плану находилась ближе к дороге, сейчас отнесли ее подальше от дороги. Я, проезжая, всегда останавливалась и разговаривала со строителями, куда какой куст пересадить, где что будет. Вопросы задавали, они такие доброжелательные, молодцы. Вот, взаимодействовали с нами очень активно и очень хорошо, и все делали на совесть. И спасибо, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо администрации. Спортивная площадка оборудована всем необходимым. Воркаут-элементы и турники будут востребованы у местной молодежи, а тренажеры позволят поддерживать хорошую физическую форму всем без исключения. Артур Александровский, который серьезно занимается спортом уже более 5 лет, оценил оснащение площадки на твердую пятерку. Очень хорошо сделано, мне нравится оформление площадки. Я думаю, что здесь все тренажеры, именно спортивный комплекс, он полностью себя отрабатывает для всех групп мышц. Я думаю, что комплектация здесь самая максимально полная. В ходе обустройства новой зоны отдыха удалось сохранить все деревья, росшие тут. Их аккуратно пересадили по периметру площадки. Работу удалось провести в течение месяца. Радует, что на относительно небольшой площади много зон для разного возраста. Вот мы занимаемся на тренажерах. Молодежь вот тут на турниках подтягивается. Детям вообще это вот радость. Там и такой мини-городок, так сказать. И песочница, и горки, и качели. Ну, в общем, все-все-все. Мне кажется, наша площадка самая красивая. Также в течение месяца здесь появится новое освещение и камеры системы «Безопасный регион». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.